Всем привет, с вами Тортик. Мы уже разрезали наш торт, и мы сейчас будем его пробовать. Начнем. Посмотрим, что получилось. Ничего страшного. Привет, с вами Тортик, с вами я, Ксюша. И я, Полина. И сегодня мы будем делать очень вкусный тортик. Сейчас вам Полина расскажет, что же для этого тортика нужно. Нам нужно 2 вида шоколада, мы их уже натерли. Мы разрезали бананы и киви. И польем мы тортик такой замечательной розовой глазурью. Еще нам нужны будут и мандемсики, маршмеллоу и для крема масло и сгущен. Что ж, приступим делать. Ням-ням. Берем мы темный коржик. Ладно. Какая разница? Темный. И будем мы готовить на этой все тарелочке. А сейчас темный будем ложить. Как ты думаешь? С чего начнем? Для крема мы возьмем масло и сгущенку. И нам еще понадобится миксер, чтобы это все переболтать. Мы масло и сгущенку выложили в тарелочку. Сейчас мы возьмем блендер. И будем перемешивать. Ты подержи тарелку немного. Вот так. Все, наш крем уже готов. Посмотрите. Так. Ну-ка. Очень вкусно. Ну все, начнем мазать, да, Ксюша? Давай. Такую пусетину. Любовь слижет. Да выглядит, не знаю. Как простая гущенка еще больше. Да. Ни на что больше не похоже. Он такой густой, да, Ксюша? Да. А еще он не растекается. И это очень хорошо. И нам удобно. А еще он очень воздушный и очень крутой. Все, мы уже этот корж намазали. И теперь мы берем беленький корж, чтобы было такое сочетание, чтобы торт был сам по себе интересный. Ложи ложечку. Не, ложим все аккуратненько и ровно. Так. Опять берем гущенку. И мы берем крем. А не гущенку. Че ты наговариваешь? Просто, в принципе, такой же внешний вид остался, и я перепутала. Ну да, на гущенку похоже, но на самом деле это самодельный крем. Что ты там на месте гладишь? Надо везде промазывать тщательно. Второй коржик мы намазали и можем черный. Или это коричневый, без понятия. Это коричневый. И, ребят, скажите, пожалуйста, и напишите в комментариях, делали ли вы когда-нибудь тортики? А ты, Полина, делала когда-нибудь тортик? Нет, я делала в первый раз. И мне очень нравится прикольно делать его. А я уже много раз всякие, чизкейки, типа, что-то такое делала, всякие пирожники, мороженки. А что, правда на гущенку похоже? Да. Только еще на масле растоплено. Да? Нет. Нет? А почему нет? Не растоплено. Мы тюкнемся ложками, мы не размазываем. А тортик получится очень вкусный. Посмотрите, как надо все. Ну все, у нас уже третий корж готов. Берем. И четвертый тоже. Да, это уже четвертый у нас. Осталось два. Берем наш крем и размазываем. Скоро тортик будет готов. Нам его еще осталось украсить, Ксюша, не забывай. А украшать тут у нас много. Да. Украшений для тортика. Поэтому ты у нас будешь красавчик, да, мой тортик? Ням-ням. Что-то не видно, куда. Извини. Наш четвертый кожик готов. И сейчас мы будем уже класть пятый. Пятый тортик. Ой, какой пятый тортик? Коржик. Давай, накладывай. Еще размазываем.
мажем, размажем. И все, это надо мазать очень тщательно, чтобы был вкус. Да какой вкус? Чтобы крем был по всему коржику и было очень вкусненько. Но муж легкий. Ты не мажешь. Ты не торт можешь, а меня мажешь. А тортик все выше и вкуснее. Выше и выше. У нас это все впитывается потихонечку. И тортик еще выше. Так, давай. Тут уже выливать надо. А зачем все это? Я хотела маршмеллинги вот так макнуть. Так слаще будет. Давай все размажем. Забери капельку. Размазывай пока. Еще можешь так-то с краев собирать. Окей. Ой, торт, да, уже высокий? Высокий. Был нежный, сейчас стал высоким. И это уже шестой слой. Корж. Самый последний. А сейчас тут будут всякие посыпки, эмандельчики и так все далее. И много всего. Много всего сладкого. Это тот... Мечта любой сладкоежки. Да? Угу. Наши коржи готовы. Вот, посмотрите, какие красивые. Шикарные. Они сейчас пропитываются. А сейчас мы будем готовить вот эту вкусную и сладкую глазу. Пойдемте. Пошлите. Через твой стульник. Сначала нам воду нужно довести до кипения, до 70 градусов. А потом мы этот пакетик засунем в воду и оставим на 5 минут. Потом вытащим, разрежем и будем поливать на торте. Наша вода уже закипела, как слышно. И сейчас мы положим нашу глазу туда. На 5 минут. Наша глазурь готова. Сейчас мы ее обрежем ножничками. И пойдем на наш вкусненький тортик. Ну, хочешь ножницами еще можно пальчик обрезать? Так удобнее будет. Скоро тортик наш будет готов. Осталось все это посыпать. Возьмем тряпочку, чтобы нам не обжечься. Вау! Круто! Ой, какая-то слишком жидкая. Я предлагаю, знаешь, что, Полин? Ложки взять и вот это все размазать, чтобы по всему тортику было. Как тебе сказать? Давай. Окей. Подождите одну минуточку. Вот твоя ложечка. Давай. Размажем тут все. Но наш тортик красивенький. Ну, какой-то на жидкой-то. Глазурь или какая-то вот такая. Ну, какая-то вот такая. По краям еще маж. Ну, так мы с тобой везде все промажем, намажем. Конечно, куда мы денемся-то? Ну, потом еще маршмеллоу, шоколадом. А что я для мышей глазу сделаю? Ну, бери. Ну, сейчас мы глазу замажем. Все, мы все размазали. И сейчас мы будем ложить на торт маршмеллоу. Давай я внесу ложечки. Давай внести ваши ложечки. Все. Давай раскладывай. Хорошо. Давай, такой. Вкусный маршмеллоу. И выкладываем их как... Глазурь розовая, маршмеллоу бело-розовая. Как все прикольно получается. Супер розовый тортик. Или да. Я назову этот торт роза. Все розовенькое. А раскладываем мы это все бортиком, как видите. Да. Интересно, какой на вкус будет прям. Положи, давай.
Это вот. У нас все готово. Смотрите, как у нас все красиво получается. Сейчас мы будем раскладывать шоколад. И мы разыграем на суефа за вот этот шоколад. Послушай, Полин, смотри, давай кто проиграет, получит коричневый шоколад. Ладно. А кто выиграет, получит белый. Хорошо. Получит белый. Суефа, 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 суефа. Все, ты выиграла. Берешь белый, а этот. Я в самом деле вот этот и хотела. А я этот и хотела. Все, сыпем. Давай тут только ты с этой стороны. Да, по половинкам. Да. Такой звук смешной. Сделаем это мы все аккуратненько. Ой, наш мало попало. И надо это все не в кучку делать, а в разных местах. Да, Полин? Угу. А у него нам меньше, я больше, тогда вот, это моя сторона, поняла, Полина? Вот. Вот такой вкусненький тортик. А теперь уж точно интересно, какой там вкус будет этот тортик. Шедевр. Все, Ксюш, давай я тебе помогу быстренько, сейчас разложим. С чем? С моими руками? Побольше вот так бери, все, быстрее будет. Я сейчас. А сейчас мы наш красивый тортик посыпем вот этими радужными ананасами. Только я их буду ставить бортиком. Как это все выглядит аппетитно. И аж вот есть уже хочется. Ну подожди, Полин, мы же еще его не доделали. Давай начнем. Рядом их так тоже. Быстрее сделаем, быстрее съедим. Вот так вот. Ох, аппетитно очень выглядит. Главное, что не съесть нормально. А что, правда аппетитно выглядит? И очень красиво. Да, Полина? Осталось что, еще там нам... Ребята, скажите, вам нравится торт? Красивый? Как думаете, он вкусный? Пишите в комментариях. Просто шедевр. Ой, я думала, еще не делал такого тортика. Вот мы и разложили. Смотрите, как у нас все красиво. Какая большая. Давай ее заменим на... Да нет, пусть будет так. Смотрите, как красиво. Блин, ты ничего не заметила? Что? Посмотри, тут большая и тут большая. И сейчас мы выложим наши бананы и киви. Что, давай сначала киви, а потом бананы. Полина, давай ты будешь ложить бананы, а я буду ложить киви. Хорошо. Киви. Как, на половинку так будем так же ложить? Ну, давай на половинку. Ты на свою, я на свою. Вот так вот. Все, положим ровненько. И половинку. Красиво старайся ложить. Ну так я все красиво делаю. Ребята, напишите в комментариях, какая вам больше сторонка нравится. Полинина или моя? О, моя красивее. А еще вот так возьму и сверху положу. Да, я тоже буду сверху класть, потому что бананов еще... Ксюша, а давай, если у нас так много остается, для разнообразия я буду теперь ложить киви, а ты бананы. Давай. Начинай. Да, я так начинаю. Ой, вот мой бананчик. Тут у тебя киви меньше, у меня больше бананчиков. Ням-ням. Кстати, я уже сочинила... Да, немножко маловато киви, но ничего. Я уже сочинила одну песенку про тортик. Тортик, тортик, иди-ка ко мне в ротик. Тортик, тортик. Вау. Суперский торт. Смотрите, какой классный торт получился. Так и хочется его скушать. Ну, смотри, прикол. Ну все, радуем. А сейчас... Я поставлю свой логотип под названием Топчик ТВ. Ставь. Поставлю. Давай чуть-чуть. Как красиво. Дайте я ему вот такой. Ух ты, смотри, Ксюшка, красиво, да, получается? Вау.
Обалденно. Мы уже разрезали наш торт, и мы сейчас будем его пробовать. Начнем. Посмотрим, что получилось. Ничего страшного. Торт же полненький, целенький. Такой очень насыщенный. И очень вкусный. Очень вкусно, это правда. Обалденно. Ребята, торт получился просто нереально вкусный. И очень шикарный. А на вкус очень вкусный и очень красивый. Пишите в комментариях, как вам он на вид. Посмотрите. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!